Прям Black Ops на ПК, да, пацаны? А вы знали, что я сейчас играю на Android вместе с вами? Вот так. О, врываемся, врываемся просто. Давай. Ох, полетел! На... Красиво! Всем привет, дорогие друзья и подружки, с вами Винсман, и сегодня я вам покажу, вы не поверите, но я вам покажу оригинальный Call of Duty Black Ops Mobile. О, да, наконец-то свершилось. Хотел еще давно вам показать, но только сейчас принялся за это дело. А, вот так. Ну а перед началом, не забудь поддержать это видео лайком и подписаться на канал. Кстати, если под этим видосиком наберется 25 лайков, то я расскажу, через какое приложение я зашел в эту игру и где скачал саму игру. Ну все, погнали к видосу. Друзья, вы не поверите, но перед вашими глазами оригинальный Black Ops 1 на мобиле, просто на мобиле, вы не поверите, но реально на мобиле. Знаете, почему я без звука играю? Потому что какие-то баги со звуком и как-то вообще нечетко звук воспроизводится. Я хз, в чем проблема, но я в настройках пошарюсь, посмотрю, может что-то можно сделать. Собственно... Да, FPS, вот если у вас бюджетный телефон, то выше 13 FPS у вас не будет. Ну, может, в некоторых моментах будет, но обычно 13 только будет. Потому что это приложение создано для флагмана, в принципе, вот, и на тех 835-х, там, и так далее, снапах будет играться вообще ЗБС. Ну, так как у меня... Снап 636, будем играть через него. Ну, в принципе, 11 FPS для этой игры уж достаточно. На моем ПК будет еще хуже. Так, собственно, давайте уже стрелять. Да, ой-ё, ой-ё, я сейчас умру, алло. Подожди, значит, этот джойстик у нас правый за камеру отвечает. Я вот так сейчас прицелюсь, так, опс. Стрельну, а ну, стрельнула она. Бля, я мимо, прикол. Я только же играл, нормально было, ну окей, окей. Блин, я сейчас умру, алло. Вы не попадете у меня, вы никак не попадете. Все. Так, регенимся. Ну, я, наверное, музыку наложу какую-то. А то как-то скучно будет. А ну, прицел будет? Нет? А ну, попаду? Е-бой, подорвал их. Значит, я пролог пропустил. В меню я уже был. Кстати, в этой игре доступен также зомби-мод и вроде как мультиплеер. Ну, не знаю, если вам, конечно, зайдет эта тема, то обязательно поиграем и в зомби, и в мультиплеер. Посмотрим, что да как. Блин, камера что-то сенса прям здоровая. Не такая... Упс. Ну, подорвались они. Ладно, мне кажется, надо переходить на стрельбу, а не на гранатомет. А ну, как тут переходить? А, вот так все. Да, стрелять, конечно, неудобно, блин, очень даже... Очень неудобно, ну, хз, как-то сейчас приспособимся к этой всей фигне. Так, как там у нас стреляется? Блин, а как их убить? Я как-то вот только же проходил, а я их убил. Сейчас я не могу их убить. Алло. Во-во-во-во-во, хедшотики пошли, да? Значит, на клавише U это у нас перезарядка. Блин, сейчас взорвется вот эта фигня. Уйди, уйди, уди, уйди от нее, уйди. Подожди, а я забыл, где тут Грена, блин. Где тут Грена может быть? На R, наверное, Грена. Да, на Грена. А ну, куда она там полетит, блин? Блин, вот это очень сложная миссия. Ой, я сдох, да? Че, она не взорвалась? А, взорвалась, где-то там далеко. Далеко, так, понимаешь? Так, а ну давай вот так прицел, значит. А, вижу он челиков. Все. Во, красавчик, убил уже одного. Так, опс, надо вот так вверх немножко. Немножко вот так, опс. Блин, ножик. Почему я ножик взял? Хорош. Все, перезарядочка. Не знаю, как на записи будет, но надеюсь, что я с FPS, конечно, что-нибудь сделаю, чтобы получше было. Блин, ну это шок-контент, это просто второй сезон разрывает. Я, похоже, ну, такие похожие игры буду тоже снимать. Вот, так что не забывайте поддерживать это видео лайком. Чем больше лайков, тем больше контента будет такого крутого. Так,
Собственно, где тут у нас так... Упс. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Давай. Ебой. Все, да? Так, за вот эту, за тележку давай. За тележку, блин, я еще не изучил, какие клавиши за что отвечают. Так, а может мне надо сюда пойти? Ну, типа, да, наверное, сюда надо пойти. Сорян. Так, беги давай, бро, уже. Беги, блядь. Беги, Форест, беги. Давай. Сейчас убьют тебя или что? Enter. А шо, как тут открыть, блин, эту хрень? Блин, вот это я зря сделал, да? Наверное, надо было все-таки их убить. Что-то я не понимаю, что мне делать надо. Так, а если я их обойду сейчас? А, обойти нельзя, ну окей. Блин, я просто в Black Ops не играл. Так, а, мне надо в тот дом, да? Ну окей, опа. Сейчас будем рашить. Так, сдавай, так, прицел и... Погнал. Ебой. Так, что тут у нас происходит? Давай, о. Я уже приспособился, пацаны, я уже реально прям тащу. Так, Enter, сюда, да, погнали? Ну окей. А как здесь открыть что-нибудь, я не знаю. А шо, как это открыть, блин? Блядь, даун. Даун! Блин, я просто не знаю, какие клавиши за что отвечают, блин, типа. Как я еще не умер? Я тут уже, блин, сражаюсь, наверное, полвека. О, я сдох, да? Я сдох. Неужели мне надо всех вот этих положить? Если это всех положить, то это жестко, блин. Ну ладно, давай. Положим сейчас. Так, я понял. А, ну за ним все-таки следовать. Ну хорошо, окей. Чё так бы сказал, блин. Би, что-то спринт. А, бежать, понял, окей. На, сюда садимся мы, да? Ага. Так, о, смотри, в машину сели. Нормально. Блин, пацаны, ну сорян, я просто не знаю сюжета. А как тут звук вообще у нас поживает? Звук тут лагает вообще жестко. ZL что-то там, ZL. ZL надо нажать. Все, я нажал ZL. Все, погнали, поехали. Я еще ехать должен, блядь. Капец, я сейчас водить машину буду, вот это, блин, еще. Как водить машину? Я ZL нажимаю, блин, ZR. Пипец, я не могу ехать. А не, поехал я. Уху! Уху! Поехал. Куда ехать, блядь? Сюда. Куда ты поворачиваешь, дурак? Что такое? Нифига себе. Вот эта курилка твоя влетела. Жестко, брат. Ого, с ноги. Нихрена себе. Повороты вообще не учитываются, типа, да? А, ну такая сцена, да, у нас такая. О-о-о. Всех ментов порашили просто. Слушай, аж 28 FPS стало. Мне ж уже это как-то нравится. А ну, о, лаборатория, смотри. Нехило. Так, а как тут пропустить ее, я не помню. Как-то ее пропускают, но я не знаю. О, 8 FPS. Это что, матрица или что? А, B надо, да, чтоб скип? Ну окей. Вот такая игрушка. В принципе, уже увидеть Black Ops на телефоне, это уже шок. Не то, что тут проходить его, просто даже увидеть, что на телефоне есть. Просто реально не все знают, что он есть на телефоне. Так что 25 лайков набиваем. И будет видео, как вообще скачать это все. 16 FPS, нормально, смотрите. Мне это нравится. Так, а как прицелиться, блин? Типа, можно в прицел войти, да? О. Слушай, ну мне это нравится. Так, это сейчас надо спускаться сюда, да? Окей, бро. Окей, брата, братюля. Погнали. Я после тебя, значит. О, ты оружку забыл, кстати. Я могу поменять. У, надо У нажать, чтобы... А, окей. Это типа я следующий, ну... О-о-о-о. Покатили, пацаки, покатили. Опс. О.
Сейчас будет rush, да? Нормально положили. Objective complete. А ну, погнали, куда нам идти, пацаны? Кто знает, 22 FPS, пацаны, 22 FPS. У меня комп даже так не вытянет, но я вам отвечаю. У меня комп, наверное, 4 FPS будет тянуть. У меня телефон, блин, мощнее. 100 раз. Так, жалко, что без звука, но я еще... X, что-то X надо. А, подойти его рашить, да? Я задушу его. Зарезал. А подожди, куда ты ему нож всунул туда? Ни хрена себе жестокость. Слушай. Че, сюда идем? Окей. О, тут, кстати, какая-то винтовочка была новая. В. А ну, В. Где это В у нас? А где... А, У это, блин. Пресс У поменять. О, подожди, так это ж винтовка. Или что это у нас? Да, это вот эта винтовка, забыл, как, блин, называется. Сорян, пацаны, забыл. О, сейчас снайперить будем. Слушай. А как тут снайперить, блядь, вообще? Чё? Я своих убил? The actions... URL, вот там что-то такое... Я своих убил, что ли? Присели. А, типа по стелсу работает. Твою дивизию, так бы сразу сказали. Я не понимаю, что вообще делать надо было. Так, опа, пацаны пошли. Мне тут позвонили, прям вообще пипец. Прям вообще звонят. Сейчас надо бежать, да? Как бежать? У зажать, да, по-моему? Бля, не то. Подожди, а что-то мне говорили, У зажать или Би зажать? А, Би. Ну окей, побежали, побежали. 15 FPS, мы бегим просто, пацаны. Мы бегим. Так, по стелсу, да, работаем? Окей. Чё нас ждет здесь? Не убить надо этого чела или что? Опа, опа. Нехило, так я их... Слушай, да из меня прям стелсмен какой-то. Подожди, опа, там я видел челика. Давай так. О, норм. Слушай, а еще, в принципе, играбельно. Ну, не скажу, что прям вообще классно. Ну, 16 FPS нормально играется, как бы. Блин, ну, Black Ops Mobile это что-то. Как вам, пацаны, такое? Так, давайте обменяем оружие, что ли? А, не, хотя фигня, это фигня. Это фигня, у меня это получше будет, да? Ну, погнали. Так, в бошку. Так, ну что, открывать будешь, не будешь? Так, и чё, ждём кого-то или чё? Так, с ноги, да? А, не, просто так, да? Нифига себе, вот это вы, пацаны, даете. Блин, я уже, в принципе, научился играть. С таким управлением гомняным. Так, ну норм играется, в принципе. Блин, камера, конечно, сенса вот такая здоровая. Ну, что поделаешь. Так, все, этот сдох. Так, а что они за оружки такие прикольные или нет прикольных? А, говно какое-то, да, собачье? По ногам, во. Неплохо. Слушай. Слушай, а если привыкнуть, то можно вообще рашить. Опа, а тут FPS еще больше. А не, хотя 11, ну ладно. Если в небо вот так смотришь, то где-то 20. Блин, ну жалко. Я думал, вообще будет меньше, но спасибо на этом. Так, что, открываем? Нифига себе. Блин, как Black Ops на ПК, реально. Прям Black Ops на ПК, да, пацаны? А вы знали, что я сейчас играю на Android вместе с вами? Вот так. О, врываемся, врываемся просто.
Да, ох, полетел, на... красиво. Слушай, это у вас типа кухня тут была или что? Что-то у вас такое тут, ничего себе. Не ожидали гостей, да? Я хз, зачем? О, скорпион, скорпион. Нет, скорпион возьми, ебать. Это топ. Блин, вверх давай так. Блин, со скорпиона рашу сейчас. Скорпион взял, подожди. Не-не-не. А граната, граната, на какую гранату кидать? На L, по-моему. Чи на R, я хз. Погнали так, значит. Во, подорвался. Пасык подорвался. Блин, я опять не ту зажал. Во. Слушай, а скорпион еще так тащит, вообще мне нравится. Слушай, охерели вообще, блядь. Васи. Нифига, я двоих сразу убил, дабл килл просто. Нихера, я уже просто зажимаю, прям, ну ура. Слушай, сейчас еще прыгать. Не, если в раскладку в 4 пальца еще сделать, нормально будет. Блин, а у меня уже патрики заканчиваются, как бы. Блин. А тут дробовик, кстати, был. Надо О, дробаш. Это мое дело. Вот это уже мое дело, слушай. Блин, а я сейчас умру. Надо вот так поаккуратнее, типа. Ого. А вот эта фигня рашит прям вообще на ЗБС. Забысыра. Нифига, дабл килл опять, пацаны. Хайлайт просто, я говорю. Бабах! Опа, скорпион опять. Слушай, погнал, погнал, погнал. Зажим, зажим. Нехило так, слушай, блин. Мне нравится. Мне даже очень нравится. Для... телефонов это, в принципе, нормальное решение такое. Слушай. Ты чё, не сдох, блядь, или чё? Вася. Вася, блин. Васёк. Блин, жалко, звук, конечно, лагает, но надо что-то посмотреть со звуком. Вдруг норм будет, о. ФН, что-то там такое. Так, где тут чел, за которым я следую? Вот он. Неплохо. Чекпоинт. Это чекпоинт. Я думаю, наверное, закончим на этом, да, пацаны? Думаю, на этом закончим. А ну, что тут у нас? Может, превьюшку замутим такую классную? Хм. Хотя, ну, не знаю даже. А ну, где тут превью можно замутить? Прям такое классное. Хотя здесь не замутишь. Ладно, погнали. А подожди, что такое? А, фейль. Ладно, все, будем тогда заканчивать. С вами был Винсман. Игра Call of Duty Black Ops Mobile. Вот, набирается 25 лайков. И я показываю, как установить эту игру. И рассказываю, в принципе, все подробненько. Все, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки. Также заходите в описание. Там есть ссылки на ВК, паблик ВК, Инстаграм, на сервер Дискорд. Всем желаю удачи и всем пока-пока.